Вселенской Непруха, блин. Мы заблудились. Сейчас. Там, блядь, монстр. Моя рыбочка, дорогая моя. Давайте, мы уже видели же с утра. Да пошел ты! Ты дышку сделаем? Ну, пошел ты! С такими пожеланиями, не хвоста. Разработка российского Илона Маска. 48. Дай мне немного удачи хотя бы. Или счастья, или успех. Вы же джентльмены. Удачи. Отходим от причала! Или вот так, или вот так, или вот так. Ты че, я с генератором бы поехал, чтобы сразу заряжать на ходу. Все, отпускай, Наташа. Минку-то открутишь, сейчас все равно на ней стоять. А или... Или не на ней. Наверное, на ней. Или подожди. Правильно. Не, неправильно. А где тут зона старта-то, блин? Какое у меня нарядное. Блин, то жарко опять, то холодно, пипец. Не Сочи, друзья, это Чернобыль. Наташа, это какая-то жуткая ситуация, блядь. Какая-то вот вселенская непруха, блин. Ладно, надо поймать хоть какую-нибудь рыбу. Ну давай здесь сейчас еще покидаем нахрен и... Да, блять, это с таким лицом можно успех иметь. Лохобаны. Этот аудиофайл чудом сохранился в архивах. Слушать его страшно. Лохобаны. Вот такие лохобаны. Ой-лю-лю, лохобаны я люблю. Еще поет так гнусаво, блин. Как будто ему хуй прищемили, блин. Ой-лю-лю. Лохобанку обожаю. Слова хорошие, но разбираться со смыслом у меня нет времени. Это надо, сука, группу аналитиков вызывать. Жуть. Еще 3 часа 20 минут. Ну давай здесь и елозить. Хер ли делать. Подожди. А тут надо обойти, что ли, получается. Да ведь? А? Нам получается туда же надо обойти, да? Или нет? Где вход? Да я что-то вообще не пойму. А где сам проток-то? А, вон она, правильно. Что-то мне... Мы заблудились. Опять вот географический пятинизм, он всегда подводит. Рыба? Блин, не рыба.
мидия хватанула. Пипец, он такой бум. Попа и потерял, я так и не помню, потом бум-бум, ну все равно попа. Яблочко, дай укусить. Вкусная. Целый день кушай 24/7 на квартире. Говорю, эй, хавать перестань, ты играть не сможешь. Гречка, сосиски и соленый огурец. И на футбол идет еще печенье, закидывает, идет жизнь. Я говорю, эй, хватит кушать, сейчас. Сейчас, тихо, вот надо же вытащить. Приманка не должна быть в воде. Тише, смотри, чтобы она свечку не делала. Держи. Давай. Не, наоборот, сюда. Течка туда. Давай. Блин. Тише. Заводи. Я не вижу ее. Тише. Блин. О! Дома! Да не спеши уже. Ты нахрен поймал, сдохла. Моя дорогая рыбочка. Рыбочка моя дорогая. Ё-моё. Щучечка моя. Моя щучечка. Я ещё хочу. Щучечку. Рыбочка. Вдруг она тут одна. Ну это зачет. Зачет, ты что? Оп, тише. Так, на, иди кидай. Я сейчас все разберусь. Пусть она пока в воде посидит. Молодец ты, блин. В натуре класс, но пись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Все. Ее надо погладить. Там оксигенатор сейчас будет работать. Рыба! Нет, это там пи***ц. Тихо, не спеши, там, блядь, монстр. Наташа, давай. Все, клади. Пацак. Открывай. Давай еще пять скорей, давай пять. Поцелуй. Я не пойму, что ты мне пять все. Живая, сука, придуривается. Причем хорошо живая. Фух. Хотел ей грузик еще на один плавник одеть, она как ебала от меня. Нет, моя вторая, это первая твоя. Вторая внизу. Она на весь лавил. Моя. Это моя больше. Твоя первая с грузиками, посмотри, залезь. Ну посмотрим. Конечно, моя маленькая, ни хрена ж тебе. Моя тяжелее. Намного. Моя тяжелее. Давай, лови пятнашку. Сейчас еще одну поймаю. Всех порвем, Сейчас всех порвем. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Знаешь, у меня с кроссовками? А? На кроссовках щука. Шибаева, ты остановишься уже? Все, крайний заброс. Давай, пятерку влупи и пошли. Шибаева? Красотка моя. Молодец. Две рыбы и уже порвали всех. Везем две рыбы. А? Thank you.
наши, други наши, не видят, а они с этими разговаривают. Да ладно. Все? Не, еще вот там. Так. Готово? Кто поймал? Итак, да. Вадим, Наталья, смотрим общий вес. 5 килограммов 940 граммов. Так берем по рыбке. На совещание приглашается экипаж в составе Шерманов Александр, Федосеев Александр, Владимирского область, город Владимир-город-Муров. Приготовиться, вручаем Примашапченко, далее угрюмом форум. А куда? О, куда вдевать? А, ну, вторую рыбку, а ладно? Сейчас. Ох! Ого-го! Далее Ряба Субботов, далее Прохоров Корчинский, а ребята, к сожалению, из Владимирской области. Вдвоем, отлично! 22-го нуля, и сразу на взвешивание приглашается Русяев Максим Рябошапченко Василий. Наталья, правильно понял, кило. Что это впервые? 5 конечно. Все, все шансы 5600 или сколько? 5900, да. 5900. Все шансы есть. Нет шансов. Вадим, всех порвел. Вот такой, вот так. Наталья в бой. У нас в запасе есть 7 щук на завтра. Вот. Надо не, 5 у поймать. У нас 3 есть на завтра. Хочу. Завтра 3 только. 5 можно поймать. Ой. 5 судаков еще. Ой. Есть у тебя в запасе. Ну да, придется. Придется. И эту книжку открывай. Придется ловить судаков. Может, я так и думал, сейчас он скажет же, видимо. Не они, только он. Хочу. Это я. Прямо четко было сказано. Если две влепит, два трешника, ты как? Выбросишь один? Один отпущу. Шамай сказал, Шамай сделал. Подожди, не мне же две влетело. Ой, да отмазал. Одна, ага. Знаешь, если бы я ее отпустил, что было бы? Меня не волнует. Мы единое целое. Это экипаж. Это экипаж. Нет, начинай. А я не спорю. Если бы у меня было две, я бы одну отпустил. Солнце отпустил. Слышала? Если он завтра две ловит, он одну отпускает. Да. Ты приготовь сразу какую-нибудь биту. Чтоб он прям по это. Давай. Some time and some clarity to find your identity. It's my-